Как настроение перед боем? Ты сказал, что на пресс-конференции, что болел. Сейчас уже как самочувствие? Насколько чувствуешь себя готовым к предстоящему поединку? К счастью, вот в воскресенье мне удалось сбить температуру. Я только начал более-менее приходить в себя. Вчера провели время в дороге. Вот, приехали. В принципе, все по самочувствию отлично. Прихожу в себя. Мы сделали все возможное для того, чтобы я восстановился и был максимально готов. Но я, как и сказал ранее, то, что мне пришлось пройти через многое. Я знаю, что такое бороться, преодолевать огонь и воду. Поэтому даже с температурой во время поединка я смогу показать яркое, красивое выступление. Надеемся, что температуры во время поединка не будет. Про соперника хотел спросить, что можешь сказать? Ты сказал, что уже посмотрел его бои. Какие сильные стороны его можешь выделить? Могу выделить то, что это довольно-таки техничный спортсмен, у которого больше 100 поединков по боксу, и этот человек знает хорошо, что такое встречать сложности в ринге, потому что он боксировал с непростыми бойцами, боксировал очень конкурентные поединки, и он готов бороться до конца. Это очень терпеливый спортсмен, который, я думаю, готов будет терпеть и будет готов встретить то, что я подготовил для него. Моя задача будет его удивить, заставить его не увидеть ту атаку, которую хочу и буду стараться завершить поединок именно досрочно. Я буду искать нокаут для того, чтобы порадовать публику красивым зрелищным поединком. Сегодня на пресс-конференции Хета Кацапанов сказал, что в скором времени, скорее всего, с тобой будет подписан контракт. Вот, если не секрет, речь идет об эксклюзивном контракте или есть вероятность, что мы тебя там вновь увидим в кулачке или в кикбоксинге? Сейчас есть интерес по работе именно в боксе, потому что есть очень хорошее предложение от организации, правда, Old School Boxing. Мы не исключаем мои выступления в кикбоксинге, но это будет все зависеть от того, насколько будет проходить график именно в организации, правда, для того, чтобы ничего не мешало моему продвижению именно в рейтинге этой организации. В плане кулачки я пока не могу ничего сказать, потому что это боксерские выступления, и в кулачке есть большая вероятность получения травм, и это может сыграть роль именно вылета моего в боксерских поединках. Поэтому я не хочу ставить под угрозу ту возможность, которую предоставляет для меня организация «Правда», и я хочу стараться выступать и радовать красивыми зрелищными выступлениями. То есть в ближайшее время пока что, как минимум, в топ-доге, например, тебя не увидим, в ближайшее именно время? Я думаю, это все будет зависеть также от предложений, которые будет делать организация. Мой менеджер Артем Харланов, в принципе, все условия для моего выступления в любом промоушене обозначил, и с организацией Тупдох они вели переговоры. Артем обозначил все условия для того, чтобы организация могла их предоставить для меня, и мое выступление там состоялось. Все будет зависеть только от организации. Мы как-то с тобой записывали интервью примерно полгода назад. Ты мне сказал, что ты бы хотел попробовать свои силы в будущем в Bare Knuckle. И говорил, что уже выходил на них. Вот сейчас как с этим обстоят дела? Есть ли, опять же, желание в будущем попробовать себя там? Или вот ты уже полностью сейчас перешел в движуху бокса, скажем так? И вообще с какими промоушенами? Ты говорил, что даже One Championship на тебя выходили. Сейчас вот как обстоят дела с этим? Продолжаются ли какие-то разговоры с зарубежными промоушенами? Я могу сказать то, что у меня сейчас самая лучшая команда. Это Гагарин Спорт Менеджмент. И мы двигаемся в самых лучших направлениях, с самыми лучшими условиями для моей карьеры. Если мы захотим боксировать в BKFC, мы готовы и можем боксировать хоть сейчас. Это все будет зависеть только от нашего желания. Сейчас есть очень хорошее предложение по выступлению в боксе. Именно в правду Old School Boxing. Поэтому я готов развиваться. Мне нужно набить определенный опыт в плане боксера, выступлений, вот, адаптировать себя, возможно, под кулачку для того, чтобы сделать хороший качественный дебют в BKFC. Вот, я думаю, то, что все вы увидите в будущем, но этот год я хочу посвятить именно боксу. Вот сегодня на пресс-конференции ты сказал, что хотел бы провести поединок с Хайбулой Мусаловым, с чемпионом хардкора и хардкор-боксинг. Вот потом тебе тренер Магомеда Мадиева предложил бой с ним, да, там рано-не рано, вот пошел разговор,
ты, я так понимаю, особо это не прокомментировал. Вот что можешь сказать по поводу этого боя? Вот прямо сейчас ты бы был готов, например, принять бой уже с таким боксером, у которого 17 профессиональных поединков? Мне было очень приятно та оценка, которую высказал тренер Мадиева. Мне было приятно то, что меня высоко оценивают и видят во мне очень хорошие и высокие навыки в плане профессионального бокса. Я прекрасно понимаю то, что мне еще нужно очень многому научиться и развиваться, потому что профессиональный бокс – это чуть-чуть другая дистанция. Мадиев уже боксирует более длительные раунды. Я до сих пор провожу только третий бой, это 4 раунда. Вот. Мне самому интересно пробовать себя в более длинных дистанциях. И я думаю, за этот бокс, за этот год я сделаю очень хороший рост в плане своей профессиональной карьеры. И мы увидим. Я готов к любому вызову, и это будет все зависеть от моей команды. Она примет правильное решение для того, чтобы я мог развиваться и совершенствоваться. Если не секрет, сколько бы примерно боев в год вот ты бы хотел провести? Мы обсуждали 5 возможных поединков по профессиональному боксу. Если все будет складываться удачно, я готов провести больше поединков для того, чтобы порадовать свою публику и чаще выходить в ринг и показывать красивое зрелище.